Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Мы с марихуанушкой, с моей, есть, выехали на рыбалку. 2 недели не могли выехать, потому что была дождливая погода. И вот наконец-то нам пару деньков дало хорошей погоды, и мы выехали. Стало немного по суше. У нас уже осень, хоть и конец сентября. Смотрите, видите, везде у нас уже все желтое. Находимся мы на нашем любимом озере Окуневое, где у нас водичка чистенькая. И рыбачить будем сейчас. Смотрите, держите за нас кулаки. Я думаю, сейчас наловим. Пока только щучка гоняется. Оп, опа. Ну, посмотрим, что дальше будет. Уже такая поболее, видите? Ох, ушла, зараза. Вот еще одна щучка. Хорошая. Это уже хорошая. Вот какая. О, какая. Видите, длинная, худющая. Жрать хочет. Опа, есть! И Мариха, и я тащим щуки. Мариха, что ты ее просто так крутишь? У тебя фрикцион-то работает, ты же слышишь? Вот они. О, вот моя щучка, а вон Марихина. Та-та-ри-та-ри-та-та. Вот уже 4 щучки уже поймали. Это на поперочек красиво ударила и ушла. На этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Прошла она великолепно. Поймали 6 щук. Кстати, сами этого не ожидали, что приедем на Окуневое озеро, где клюют только одни окуня, а наловим одних щук. Ни единой поклевки окуней не было. Все, домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч!